катку я тебе сказал, манап, давай починки прыгнем. Ты забыл, что ли, уже, манап, что? 20 минут прошло уже, все. Ты сказал, я хочу топ-1 катку. Я сказал, манап, давай Да, прыгни, да, да. починки. Адлан все знает. Адлан все знает, он выскочил вас до конца, довел вас цакуем. Все, оставил вас потом с Камилем Уральским, чтобы вы поиграли на Давай стране, чтобы у зачитаем вас было. право. Манап, дай да мне по-братски от третьего лица поиграть. Я буткемп, цаку. Доверься мне, манап. Брат, у меня же там, Я брат, всех зависает игра. вынесу, манап, всех вынесу, любого. Давай просто вместе вот на это крыло прыгаем, манап, вот смотри, вот на желтую метку. И вдвоем, манап, больше никто нам не нужен. Ебать ты настраиваешь, бля, настройщик, что ли? Ля, манап, ты че за гигабит, настройщик. Раньше же компьютеры настраивал его, цаку. Ля. Компьютерных Бля, ты залах. раньше, бля, на телевизоре меню не мог настраивать. Как ты вообще, бля, можешь? Эля, мана, вот ты шмаляр, ты всю каску третью закоцал, отцу. У тебя есть конечно, что ли, вот так с бачочкой? Шальная залетела, бля, шальная залетела, шальная залетела из-за того, что каски нету. Шальной патрон, манап, ты где месяц договариваюсь лазить? Вот, и на первом этаже своего поднимаем. На первом этаже своего поднимаем, манап. Адлан, Адлан, жестко, брат. Блять, шальной патрон в голову из-за того, что каски нету. Черпнул меня. Мана, тормози, да ты не от первого лица играешь, мана, ты его от бедра 5 секунд схавал бы, бомговац. Уай, бля! Ты в натуре увлекся, мана, его добиванием. С улицы подбегают. Сейчас пару раз попрыгай, мана, зайдет она, бля. Так, нападаем, а. С нами чё стало? Блядь, ты посмотри просто по-братски, у тебя сейчас время есть на стриме, отмотай да как я умер. Ой, хорошо. Ой, хорошо тогда. Ой, блядь, это... как он-то так, бля, быстро? Вай, манап, у тебя чё за легендарный зажим сейчас был, ватсо? Ой, бля. Ошалеть, мана. Ошалеть. Один зажим красивее другого, бля. Его убили, если что, инфу даю. Скайрика с ангара левого. М24. На 2 часа он, манап, на 2 часа вацок. Представь, что сверху это часы вацок, на 2 часа он. Сейчас на 3 вацок, на пол четвертого. Понимаешь меня так? Сейчас на 12 часов он вацок. 10.30 где-то там вацало. Сверху посмотри вот так, вот это 10.30 будет сейчас. Где здесь выход? Выхода нет, ребят. Уже вот каску за придом она. А что за барьеры здесь, блядь? Это что, блядь? Игры какие-то бывают. Страусиные бегажи вот здесь устраивают по ночам после 12. С этого ангара вот страусы начинают выбегать. Ты никогда не заходил, что ли, вот Слышь, его цук, чё за хаха будет? На страусах бегут, они перестреливаются туда вниз. Какие-то игры, говорит, бывают, что ли? Вот чё он. Чё за на пару минут Мухаммад нас всегда, брат? Я просто не читаю, что там пишет, по-моему. Что-то пару раз видел, что-то там он ненужные вещи писал. Мухаммад не вечен пишет, что за гига, манап, манап, ты натуре гигадан. Ты где? Помоги дай ему, манап, помоги дай ему. Право крути, ман. Уходи на 3 часа, манап, направо. Тихо! По-братски, манап, убей ты их, ты же можешь.
У тебя наверху мадам на втором. Кьюшка, чекай да мадам, когда к углу подходишь, уцы. У тебя на втором на лестнице, мана. Послушай меня, у тебя а на втором лестница? На лестнице. Наверху вот справа лестница сзади. Ты что, вообще планировку этого здания не знаешь? Сзади, сзади, вот здесь вот она. Да. Там лифт тоже есть, вот грузовой только. Слева мана. Сзади у тебя в спине мана. Уай! Ошалеть, аша, где я такие моменты буду? Потому что мы можем там, что мы сейчас их русим всех. Если убьем, он скажет, хорошо, здорово, подойдет, залутается. Я устал от твоих доказательств. А, ну ты спать не хочешь вообще, брат? А, у ей фартук, Насти. Насти в оливье, приколись, здесь пацан пишет. Фартук Насти в оливье, приколись, да, она. Чё он пишет? Сейчас каска будет, манап, на мне. Сейчас каска будет, манап. Подними там она. Подними его. У тебя снизу она дверь открыл, сейчас к тебе идет. Бля, ебаный вектор, бля. Хил кейс? Нет, я за что такое? Да пипец, блядь. Ай, бля, она точно больше сюда не прыгнет. Да ладно. Да не может быть. За слова отвечаю, у него, по-моему, сама наводка какая-то стоит. Как он так убивает? Ох, вот этот случайно что ли произошел? Он как двигается? Он даже двигаться же не умеет. Это железно что-то, что там пацане не ладно. Либо чудо произошло, которое он сейчас, наверное, в шоке, наверное. Как будто он лотерею миллион долларов выиграл. Он как-то странно стреляет, он как будто от первого лица в прицел входит. Он вот сам как будто... Ладно, брат, я пошел бегать. Давай, манап. Ты все, манап, уходишь, уцы? На связи, уцы. Эй, манап.